Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю салат нисуаз с курицей. Классический нисуаз готовится с тунцом, свежим или консервированным. Но, как и большинство блюд, этот салат никто не запретил изменить. Поменять в нем тунца на курицу. Я буду использовать филе грудки, которое я предварительно обжарю. Оно сохранит сочность и вместе с другими ингредиентами, которых в салате, кстати, довольно много, сделает его очень вкусным и достойным любого праздничного стола. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Куриное филе весом примерно 200-250 граммов прижимаю ладонью к доске и разрезаю пополам, держа нож параллельно доске. Обе части курицы солю половинкой чайной ложки соли и добавляю 1 чайную ложку молотой паприки. Натираю солью и паприкой и пока отставляю в сторону мариноваться. Картошку я отварила заранее в мундире почти до полной готовности. Очищаю ее от кожицы. Вес картошки 200 граммов. Затем нарезаю крупными кусочками. 1 красную луковицу нарезаю четверть кольцами. Помидоры нарезаю дольками. У меня их 2 штуки, общим весом 200 граммов. Можно взять черри и просто разрезать их пополам. 2 яйца я заранее отварила вкрутую и уже очистила. Разрезаю каждое яйцо на 4 дольки. В сковороду наливаю немного растительного масла. Нагреваю и выкладываю картошку. Обжариваю ее, периодически помешивая до легкой золотистой корочки. Сто граммов стручковой фасоли отвариваю в кипящей воде в течение 2 минут. Затем отбрасываю на сито и обдаю холодной водой, чтобы остановить варку и сохранить яркий зеленый цвет фасоли. В сковороду снова наливаю немного масла и выкладываю курицу. Обжариваю по 2 минуты на каждой стороне. Тонкому куриному филе этого времени достаточно. Оно прожарится, но останется сочным и мягким. Когда курица немного остынет, нарезаю каждую половинку поперек на ломтики, держа нож немного под углом курицы. Делаю заправку. В миску наливаю 70 мл оливкового масла, 70 мл подсолнечного масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку белого винного уксуса, солю половинкой чайной ложки соли, перчу щепоткой перца. Кладу 1 чайную ложку негорькой горчицы и пропускаю через пресс 1 зубчик чеснока. Хорошо перемешиваю заправку. Она немного эмульгируется. Собираю салат. Я использую 1 упаковку готовой салатной смеси. А вообще для нисуаза подойдет любой листовой салат. Добавляю в миску с салатными листьями картошку, фасоль, половину помидоров, лук, 8-10 штук маслин. Наливаю заправку, оставив немного на потом, и кладу половинку курицы. Перемешиваю салат 2 вилками. Выкладываю готовый салат на плоское блюдо.
раскладываю сверху четвертинки яиц, оставшиеся дольки помидоров, и кладу вторую половинку курицы. Поливаю курицу и яйца с помидорами остатками заправки. И все, мой салат готов, его можно подавать к столу. Салат очень яркий, нарядный и очень вкусный. От классического нисуаза он отличается только одним ингредиентом. Вместо тунца – курица. Она сочная, пряная и отлично сочетается со всеми овощами в салате. Такой салат неплохо подойдет для праздничного стола и 100% привлечет внимание гостей как своим внешним видом, так и вкусом. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на YouTube, на Рутуб и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!